Здравствуйте, Зоя Михайловна. Рад вас видеть сегодня в Сергиевом Посаде на фестивале дзюдо. Но вы представляете не дзюдо, а представляете очень-очень древнее, старинное японское искусство, которое называется... Оригами. Мелодия, сложенная команда. Скажите, пожалуйста, насколько это старинное искусство и как оно сегодня развивается в мире, в том числе в России? По старине это, конечно, очень древнее искусство. Сначала до первого века. Первые модельки оригами, первые оригами. В России оно тоже развито было очень давно. Еще в Иркутске были отголоски. В Иркутске как-то называли они по-другому. Просто складушки назывались. И в далекой деревеньке у меня там знакомый уже, вот он приезжал и удивлялся, что это название появилось оригами. А бабушка его называла это складушкой. Поэтому это древнее искусство, оно близко и приятно русскому сердцу. Как давно вы изучаете это искусство и практикуете его? С 1987 года. 1987 года. Еще в моем детстве мальчики делали браслеты на руку. Подарили нам, девочкам. Это уже вызывало восторг тем, что они умели складывать такие красивые вещи из бумаги. Ну, это делалось, конечно, с мальчиками. И вот эти складушки из бумаги, мальчишки, я дома просто раскладывала и смотрела, как это они делают такое. Совсем не предполагала, что это станет любовью моей всей жизни. Как сложилось, что вы стали изучать именно оригами? Это я благодарна в этом плане мужу. Очень благодарна тем, что он меня направил, позволил, помог заниматься этим. Увидел во мне что-то, какие-то возможности, которые проявятся через определенное количество лет, ну, через какое-то время лет, проявятся во мне. Хорошие плоды. Раньше я немного к оригами относилась. Даже когда начинала придумывать, я понимала, что здесь есть философия своя. А сейчас я преподношу людям это занятие по-другому. Ну, вернее, тогда было хорошо, но сейчас снова оригами. Чем ему предстоит работать? Потому что иногда мы ошибаемся. И не имея результата, мы все равно продолжаем идти. А благодаря оригами человек видит себя немножко в другом свете. Когда вы впервые побывали в Японии, что вас там вот поразило, ну какая разница между тем, что вы первоначально видели вот эти вот складушки, как называется, мальчишеские, так сказать, фантиковые, и когда вы уже увидели это вот такое, уже как искусство в Японии? Ну это было 2001 год. Так хорошо. Папа сделал ребенку, своему сыночку,
помогло. Меня очень поддержало. Его такая теплая и искренняя оценка. То, что моей работы. А то, что в Японии когда была, там, конечно, у своего мастера я увидела его уникальнейшие работы. Просто живая бумага. И меня потрясло отношение японцев к бумаге, отношение моего учителя к бумаге. Очень как к живому объекту. Ведь на самом деле бумага, она сделана из дерева. Дерево живое. Значит, и во всех бумажных изделиях тоже остается вот эта энергия жизни, которая передается человеку в сердце. И как они не голыми руками берут модели, особенно на выставках, чужие работы, а берут перчатки. То есть для меня это показатель бережного отношения к чужому, чужой энергии, к их творениям. И мне однажды мой учитель Сусей Акирёшкава, он спросил меня, когда ты придумываешь, как ты придумываешь, что ты делаешь? Ну, просто он спросил, как ты придумываешь? Я ему ответила, что я обращаюсь всегда к богине Аматерасу. Богини солнца. Ну, это как бы творческая энергия. Обращаюсь о помощи, сделать что-то красивое. Наверное, приходит помощь. То есть человек как бы мобилизует в самом себе вот эту творческую искру. И она дает результат. И в ответ на эти слова он мне сказал, что он тоже так же. Да, я согласен. Я знаю, что ваш учитель, о котором вы сейчас говорите, он очень один из великих мастеров оригами. Но также я знаю, что вы тоже очень много не только знаете, какие можно делать фигурки или поделки из бумаги, вы также и сами разрабатываете. Какое количество личных ваших авторских оригами сегодня существует? Я пока считала 2000, то, что я считала. А потом я уже перестала считать и просто больше 2000. Но дело в том, что я еще работаю с незрячими детьми. И когда ко мне приходит ребенок и спрашивает там, а что делать там? Я на ходу придумываю. Или там какие-то другие модели. Ну, мальчишки обычно у них оружие, кинжал, танк, иногда компьютер. Вот приходится просто на ходу придумывать. И у меня несколько видов мечей. Ну, танков тоже найдется несколько. Ну, а еще, конечно, мирные элементы. Это более важно. Их тоже очень много. Тоже на ходу придумываешь. Сегодня где в России наиболее такие значимые места оригами? Где более развито сегодня в России оригами? Ну, я думаю, в Питере, как и некоторое время назад, в Казани, я думаю, там хорошо. Зоя Михайловна, а в Москве где можно учиться оригами, где можно получать уроки? У вас вы где преподаете? Ну, в японском фонде, вообще я в японском фонде преподавала, но в связи с пандемией у
нас пока там закрыто. И сейчас я езжу просто мастер-классы туда, где меня приглашают, где я знакомлюсь. Или где-то я познакомилась с людьми, сказала о себе, и меня пригласили. Вот. Я была в Бурятии, была. Это было прекрасно. То есть вы куда-то приезжаете, где уже или есть некоторые школы оригами, или какие-то мероприятия проходят на, по японской тематике, или это не имеет значения? И не по японской тематике, и по японской культуре, связано с японской культурой. И просто, когда люди хотят увидеть, возможно, они еще не знают, что такое оригами, до сих пор все равно есть места, где не знают. И ну, кто-то где-то услышал, знал обо мне, мне звонят, приглашают. Вот я в Крыму была не так давно, вот, там тоже были очень люди, в общем, как бы, когда у человека много денег, кажется, что у него все есть, и ему, ну, как будто бы ему ничего не нужно. На самом деле, наличие денег – это не показатель. В общем, любым, всем людям интересно оригами. И оригами можно преподнести раз. Например, в математической школе я была. Там тоже интересны были занятия оригами. Там я со стороны математики. И люди, занимающиеся бизнесом, им тоже очень важно, интересно. Через оригами можно найти выход из каких-то ситуаций, это касаемо и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения здоровья, и с точки зрения вообще как бы семейных отношений. То есть оригами как средство для исправления каких-то ну, или каких-то сложных ситуаций, в которые человек не может найти выход. Так? Да, потому что со стороны виднее. То есть я человека вижу в процессе складывания и вижу таким образом причину. Вижу причину его каких-то преткновений в бизнесе, допустим. А он не поймет, почему у него не налаживаются отношения в коллективе с подчиненными, допустим. Или в нем самом тоже какие-то есть моменты, которые ему мешают полностью пользоваться радостями жизни, радоваться жизни. Хотел бы в заключение нашего разговора спросить у вас, точнее попросить вас сказать сегодняшним и будущим оригамистам, что бы вы им пожелали? Все, что вы делаете, нужно делать с любовью. Это, в общем-то, старо как мир. Просто мы забываем, что любое дело нужно вкладывать душу и делать с любовью. К человеку, если вы конкретно с человеком занимаетесь, нужно любить этого человека, даже если он вам вообще не знаком. И когда вот это прокладывается, вот эта нить связи с человеком, то любой незнакомый человек, даже если он, ну, другому кажется мерзким, он все равно откроется своей хорошей стороной. И, возможно, это будет новая страница в его жизни, и он начнет смотреть на мир, на людей по-другому. И если у меня это происходит, я благодарна Вселенной, миру, Богу и человечеству, то есть тем, кто придумал оригами, тому первому человеку, кто придумал оригами и подарил миру.
И я всегда говорю своим ученикам, взрослым и маленьким, представьте, что вы те древние люди, которые первый раз взяли и вдруг увидели в листе бумаги, в листе дерева, увидели складку, которая может преобразовать человека, которая поможет видеть мир в другом качестве. Спасибо большое, Зоя Михайловна. И мы вам желаем всего самого наилучшего и увидимся еще с вами на уроках оригами. Дай Бог. Благодарю.